Здравствуйте, меня зовут Олег Алагудвин, и мы сейчас пройдем сет номер 6 работы с ногами с тыльной стороны, со стороны спины пациента. В этом сете мы рассмотрим некоторые дополнительные техники, да, дополнительные релаксанты для ног, если где-то забитость какая-то есть, или ну, какие-то спазмы, которые вы не смогли убрать, разминая эти мышцы. Да. Ну, во-первых, это акупунктурные точки, пройдемся по ним. Вот от сгиба колено с тыльной стороны, да, примерно 5 сантиметров отступаем вниз и чуть вбок вот находится точка. Болезненная? Чувствительно. Внутрь. Чувствительно. Чувствительно, да? Ну и как бы вот три точки тут находятся. Вот. Можете любые из них продавить. Далее, вот где мышцы переходят в сухожилие, да, вот это не заканчивается примерно мышцы. Вот эту зону делим пополам, вот тут находится точка. По центру. Вот ее продавливаем. Да, достаточно болезненно. Потом это же расстояние еще пополам делим, вот эту точку. Ну, кто занимался там джиу-джитсу или айкидо, могут это знать. Тоже чувствительно, да? Вот, они все как бы и болевыми точками являются, и лечебными. Если хорошо пройти, продавиться, да, то прям вот икра расслабляется, она такая вот висит, вся такая расслабленная. И вот здесь есть точки, прямо по центру ноги. Да, середина бицепса, бедра. Опять же, вот эта зона делим пополам, вот тут точка. Если они болезненные, то, соответственно, у человека что-то вот где-то защемляет все-таки седалищный нерв. Точка опять по центру, но с внутренней стороны. Точка по центру, но с внешней стороны. И примерно на расстоянии сигаретной пачки вот точка здесь, вот, тоже сбоку. Болезнь, видите, действительно, да? Вот. Если хотите еще усилить эффект, да, с этих точек, то можно сделать так. Пока вы давите на эту ногу, да, пациента попросите выпрямлять стопу и сгибать вот так. Давай, выпрямись, согни. Выпрямись, согни, одну ногу, одну, да. А в этот момент вы давите, давай, выпрямляй, сгибай постоянно. И проходите по этим точкам. Старайся выпрямить. Если у него не получается у самого, да, все, расслабь, то вы за него это можете сделать. Вот. И то же самое с этими точками. Только тут надо будет сгибать ногу вот так вот, согни, да, и выпрями ногу. Согни. Да расслабленно, сам-то ногу не напрягай. Просто поднимай. Даже до конца, вот до вот этого угла. Прямого угла. И обратно. Все. А мы вот там продавливаем вот с точки. Держи пациента. Как уж на сковородке. Давай, поднимай. Для здоровья хорошо. И точка заканчивается там, где точка крепится мышца к седалищной кости. Выползает она. Давай. Поднимай. О, все, это пускай. Полегче. Это полегче, да? Полегче. Тихо. Значит, здоровая точка. Вот, еще есть мышца паховая, которая идет изнутри нашего таза, да, и выходит вот здесь. Вот ее тяжело найти. Она такая маленькая, вот. Чувствительно, да? Чувствительно. Вот ее можно. Тоже про нее редко кто знает. Вот так вот ее отдельно промять. Но таким мягким методом, пульсирующим, качающим. Даже можете качать не только руками, да, вот как бы за счет. Ну просто поставили на ее ноги, у кого она очень болезненна, да? И за счет ног вот так немножко прижали. Подали туда. Чувствительно. Браться, ну, потихонечку расслабляется. Ну, минутку примерно так вот покатайтесь. Так, ну, с ягодицами мы уже разобрались в предыдущих видео. А в следующем видео мы перейдем к массажу ног спереди, с передней части. Поэтому не отключайтесь, подписывайтесь на наш канал Академия интересной антиэнергетической практики. С вами был Олег Алагудвин. Увидимся в следующих видео.